Короче, сейчас будем мимо пробегать, будем пропускать паки. Ты готов? Да, я готов. Да. Мефисто, мы в курсе. У меня отличные. Поехали. Прям за мной иди, прям за мной. Проходим, проходим. Ё-моё, что такое? Не прыгай, не прыгай. На эти штуки не наступай. Так, этого героя забивай, забивай. А, мы не можем пройти дальше. Стоп, пардон. Бить сражаемся, собой. Сражаемся, да. Пропускаем, пропускаем. Бонич. Да, я пытаюсь. Вот он пак. Не убьешь. Ой, нет, нет, фрозен. И не открываются двери. Да какого хрена? Уходим, что они с игрой уходим. Сделали, а? Я забыл уже, что... Уходим, уходим. Вниз. Фрозен. Ну классно. Не, нормально. Переживу. Переживешь. А, друзья, я предлагаю вам засечь время, когда мы будем убивать филиала во второй фазе, и писать в чате критичные вещи, типа прошло там столько-то секунд. Ему прям даже говорят. Может, идем? Да. Ты больно спокойный. Я смотрю. Это вторая фаза. Ребята, засекайте. Бьем постоянно. Прожимаешь. Врубать? 3, 2, 1. Поехали, давай. О, капец, медленно как он. Мне дежавю, я уже так отдавался. Еще чуть-чуть, Бонич. Пошло. Взорвись. А вот и норовишка уже. Просто бегаем, улыбаемся. Все, он не да? Постоянно это спамит, все. Нет, он постоянно это спамит. Просто уворачивайся, чуть-чуть осталось. Ку-ку-ку, блин, нет! Миш. Уворачивайся. А, я сейчас сдохну. Чуть-чуть еще. Есть кушка. Подлечил. Бегай, прыгай. Сейчас, подожди. Есть, добил! Нет. Боже, я чуть не обхакался. Я там реально бегал на, ну просто. Я видел. Enrage есть. Хорошая новость. Я там бегал от КД с Inside Strike. Просто вижу, у тебя мало хп. Я думаю, сейчас колбочка. Вижу колбу, дэшинг на колбу. А, меня пассивка спасла, что ли? А, у тебя пассивка на смерть сработала. Да. У меня не сработала, но был очень близко. Все, собирай. Проходим дальше, собираем группы. У тебя есть прыжок, Бонич. Ну не тормози, пожалуйста. Давай, соберись, просыпайся там уже. Старайся от меня не отходить. Я стягиваю людей, вместе убиваем. Вспомни, что было на прошлых двух частях. Все. Раскликаю сейчас. Что, говоришь, Маш? Ну давай. Ну я не могу отвлечься сейчас. Миша, мы можем на 2, 10, 5 нет. Секунд? Нет, понял. Видишь, не могу. У нас баг. Я здесь, нормально. Да, объясни там Маше, что на кону 1,5 евро и шуба. Чтобы Маша как-то да, поняла, Маш, что... на кону 1,5 евро и шуба твоя. Одна ошибка может стоить эти как раз суммы. Что ж ты делаешь-то, блин? Я чётенько все сделал. Чётенько, просто как чечётенько. Все, норм. Я отжираюсь нормально на нем. Что, не могу их? Отжираюсь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А почему? Не что понял, тебя пробило? Вообще не понял, что у меня пробило. Стоял, бил мужика одного. Вдруг ни хрена хп нет. Так, я наверх. Я тут немножко... Немножко больно. И сверху еще пак. Так, не иди наверх. Налево, ко мне. Здесь будем стоять и пытаться принимать. Блин, что-то хреново выходит. Да. Что-то... О, меня пробивает. В тюрьму. Так, ну, что делать? Аккуратненько, кайтим. Если что, проходим. Блин, лучше проходить там, поехали. Следующему боссу я так и сделаю. Ну, поехали, да?
Ого! О, что-то... Что-то... Бьет-то больно. Вот и я про то же. Короче, надо его кайтить. Надо кайтить, блин. Я забыл. Хоть как-то наносить урон, но не рискуй. Так, не, не стой! Ну... Блин, лечу. Сверки еще нормально, периодически. Нормально. Нормально, нормально, потому что сверху я юзнул. У него все еще половина хп, и мы... Блин, уже все закрыли. Бей, бей по возможности. Вот подходи, пока зеленой хрени нет, бьешь по нему. Урон наносит эти зеленые. Зеленый есть, отходишь. Здесь встречаешь его сразу же. Блин, ну... Хилку, какого хилку хрена мяч. Ты не подходишь, не бьешь его, когда вокруг ничего смотри нет? Смотри на мои хп, пожалуйста. Я понял все. Офигенно сейчас ее убить, но сорян. Боже. Я сейчас сделал примерно такой же звук, как и издал босс, который умер. Я зашел? Правильно, нет? Миш, правильно, я зашел. Миш. Что происходит там? Знаю, взорвалось что-то, бомбануло у кого-то. Держи в курсе. Нормально, у меня отжор идет какой-то. Или не идет. У тебя с хп проблема. О, хилочка. Уже нет. Сейчас из этого выпадет. Осторожно, нет, 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 не взрыв. Ну куда ж ты бежишь-то? Ну, сейчас все, вижу, 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 Миш. Видишь, на него бежишь. Что нормально, ты? Зачем? Нормально. Зачем? Зачем? Ты прямо на него бежишь. На грани, бонишь. Нас пробивают обычные белые мобы. И с каждым новым уровнем, если мы не получаем шмоток, все сложнее и сложнее должно быть. Тоже больно. Все плохо. У меня бутылек на КД, здоровья маловато. Я сейчас подлечусь вот на этой штуке. У тебя есть, а почему ты наверху был? Хотел. Там пак, что ли? Там пак. Отражает урон прислужник. А у героя что? Не вижу. Что-то он из меня сосет, Миш. Давай-ка что-то вместе будем находиться и с паком я сражаться. Я обхожу вокруг, я кайчу, иду к тебе. Не надо кайтить. Тут пак такой, что вроде нормально все должно быть. Фигура там. Обращай внимание на замахи, на удары сильные. Его переделали. Что? Да, я так хватает, спокойно. Кричит и нормально живем. А, там у него рефлекс что ли? Он отражает урон что ли? Сейчас я побил по нему и это я сверху тоже что-то падал. А, может быть это вот этот вот удар был? Не, это рефлекс, у него рефлекс урона. То есть мы бьем и это и урон. Получаем урон. Ой, опасно, опасно! Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо! Так, пассивка не сработала, я про. Короче, смотри, тут надо. Тут его. Ой, вышли еще. Короче, мобы нам скорее помогать будут. Из них выпадают эти. Из них. Блин, какой-нибудь где-нибудь рядышком. У меня есть бутылок, я подхилю. Подхилить делает. Я подхилить лучше. Я бутылек пью свой. От меня взяли. Но хп есть. Ну и налево. Как же больно. У него мало хп осталось. Чуть-чуть еще, чуть-чуть. Это и дело, да, да. Я чуть-чуть. Бить, что надо ты? Его бить. Совсем немножко осталось. Enrage у него. У него уже enrage. Добивай полностью в него. Ой, Бонни, сейчас будет жесть. Твою мать, иконка появилась. Добей, чуть-чуть осталось. Есть. А, хорошо. Первый раз. Ну не знаю, у меня критического момента здесь никакого не было. Особо. Намного хуже было с мопцами тогда, когда они паки на нас полезли. Поехали. Не тормози, Бонич. Не тормози, это самое главное. Самый главный универсальный совет. Тебя рядом нет, кстати. Да, ну,
Я перехожу. Я разрушила демонические врата, через которые Азмодан привел легионы преисподней. Теперь я уничтожу. Я дэп, тут два пака. Вниз. Опасно, очень много арканок будет. Блин, что у них еще? Отражает прислужник. Много народу будет. Ну, можем попробовать, конечно, тут по. Но такое-то себе вообще. Бонич, беги, короче. Беги в начало уровня. По возможности. Есть возможность? Есть возможность, бегу. Тут все. Короче, по дороге будет сложно тебе пройти. Бегу, Михалыч, бегу. Ну смотри. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Сволочь, они меня зарутили в тюрьму. Иду к тебе, как могу. Нам надо валить отсюда. Надо валить отсюда, Бонич. Надо валить. Уходим. Да, валим, валим, валим. Я тоже не считаю так. Если наверх, еще, наверх, кричит, наверх, арканы. Блин, ушел. Твою мать. Прожал. Я тебе прожать филку? Не, не надо пока. Не получится. У тебя были рискованные моменты? Ну, то да. Есть, когда ты мог уфнуться. Да. Надо, короче, тогда держаться вместе на всякий случай, чтобы хилочку прожать успеть, если что. А у тебя никаких рунок. А? Что у тебя за хилка? Нет, ну просто бутылек, я имею в виду. И что? Или мой на тебя не подействует? Подожди, вроде же мой на тебя действует, нет? Нет. Блин. Сверки действуют, вот которые. Это печально. Я был уверен, что я она уешь нахилит. Нет, так нет. Подожди, погодь. Чё, давай, давай. Если вот такой пак встретить. Перчатки легендарные. С этого точнее. Ой, хорошо. Так, это. Мне не выпало ничего. Или я с перепугу их уже взял. Да. Не. Инна. Алло. О, с этой Инны. Крит, ловкость. Восстановление. Бонич! Михалыч, Бонич, идем уже! Да что ты психопат такой? Да я не люблю просто повторять одни страны. Деньги спустил на ветер, а еще. Да все, сейчас я тильтую. Ну, просто. Соберись, тряпка. А где ты вообще? Почему ты не здесь? Меня вообще нет рядом. Не знаю. Вообще наверх нужно идти скорее, сверху. Пак. Молтен. Рефлект, бревестник, стены. Вроде не такой опасный. То есть, как. Просто стараюсь не стоять под молотом. Они довольно медленные должны быть. Даже не спасу тебя даже. Иллюзионист раскаленный. Зачем ты второй пак спулил-то? Ой. Наверх, 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 наверх. Налево. Что ж мы натворили-то? Старайся не кайтить туда, где ты не был просто. Вот не убегать туда, где. Или просто держись рядом со мной, пожалуйста. Вот просто держись рядом со мной. Даже да думать не надо. Сейчас-то да, но ты привел нам пак еще. Прекрасный пак. А куда ты бежишь опять от меня? Скажи мне. Ты в неизвестность бежишь. Ты третий пак хочешь или что? Я пытаюсь катить. Тут. Да, почти уже все, почти уже губ. Доезжишь. О, хорошо, рарок накидали. Рейдж, когда интересно. Убиваем. О! Что-то вообще даже не заметил. Что, сорванет, да, или что? Нет, мне обещали Легу, Леги нет. Даже вот это было намного легче, чем предыдущий босс. Не получи, да. Ну серьезно. Спасибо, Бонич, тебе за все. Извини, если что не так. Продолжим совсем скоро. Когда мы, кстати, продолжим, можем сразу проанонсировать. Хороший вопрос. Что у тебя по времени? Может быть, ну, либо завтра, либо послезавтра я предлагаю сделать. Вот так вот, друзья. Ждите анонсов. Спасибо за все. Да. Хороший вечер и спокойной ночи. Пока, Мишка. Пока.